Рязанские ливни давно стали предметом обсуждения горожан. Часто после обильных дождей рязанцы негодуют на то, что в городе появляются огромные лужи. В некоторых из них тонут люди и утопают машины. Рязанский диггер в составе своей команды на днях решил узнать, что происходит в коллекторе, проходящем под Московским шоссе. Ведь именно здесь, в районе гидроузла, периодически происходят провалы асфальта и сильные затопления. Все мы прекрасно знаем, что вода камень точит. Вот, в настоящий момент... На видео было прекрасно видно, что коллектор находится в удручающем состоянии. Бетонные швы и стыки сильно обвалены. Вот, гидрокамеры и гидроузлы обрушаются. Местами виден бытовой хлам с улиц. Проваливается он, потому что идет плохое обслуживание данного гидроузла в районе железнодорожного моста на вокзале. Ну и плюс, все мы прекрасно знаем, что идет сильная нагрузка моста на коллектор, который находится под железнодорожным мостом на улице вокзале. Рязанские диггеры попали в этот коллектор через большую трубу, расположенную рядом со Свято-Троицким монастырем. Двое мужчин проникли внутрь коллектора, еще один остался на поверхности для их подстраховки. Рязанцы готовились к этому походу заранее. Они исследовали план коллектора и к моменту погружения в него уже знали, как трубы обходят подземный пешеходный переход и в каком месте коллектор упирается в мост на улице Вокзальной. Исследования рязанцы проводили в сухую погоду. Ну, по мере выпада осадков коллектор заполняется водой. Вот в сухую погоду, жаркую, самым глубоким местом, которое нам удалось преодолеть, это примерно по пояс. Самое маленькое количество воды в коллекторе, в рукаве коллектора, это по щиколотку, может быть, чуть больше, по берцовой кости. Вот, я считаю, что затоп идет очень сильный, когда идут сильные проливные дожди, и благодаря вот этому вот непонятному геометрическому строению коллектора, он постоянно петляет, виляет, поворачивает, разворачивается, вода упирается в стенки, и тем самым не дает полноценно уходить в воде, на открытую местность. Рязанские исследователи называют этот коллектор новомосковским. Подняв архивы, им удалось выяснить, что сооружение было построено в конце 50-х, в начале 60-х годов прошлого столетия. Глядя на коллектор в наши дни, диггеры сомневаются, что в нем когда-то проводился капитальный ремонт. Реконструкции, по их мнению, требуют и ливневки. Подтверждая свою гипотезу, исследователи говорят о том, что в коллекторе постоянно находится вода. По их словам, такого быть не должно. Кроме того, рязанцы заметили, что коллектор часто затоплен полностью. Об этом свидетельствуют линии воды, находящиеся в верхних точках труб и гидроузлов. Вода из коллектора впадает в пойму реки Павловки, соответственно, Павловка впадает в пойму реки Оки, то есть никаких фильтров, никаких очистных сооружений там не наблюдается и не будет наверняка наблюдаться. Вот. Естественно, можно прямо сказать о том, что в этот коллектор стекает вся канализация с Московского шоссе от участка моста на улице Вокзальной, приблизительно до района торгового центра «Премьер». Вот. Также можно отметить, что большое количество воды в пене с ближайших автомоек, с ближайших магазинов. В общей сложности диггеры прошли путь расстоянием около километра. Это уже не первое исследование, которое рязанцы проводят в городских коллекторах. Они считают, что подземная Рязань – это также часть истории нашего города. Отправляясь в путешествие по этим трубам, молодые люди хотят показать остальным горожанам, что происходит у них под ногами. Кроме этого, блогеры увлечены изучением заброшенных зданий, заводов, старинных кладбищ и в целом историей Рязани.